Перед открытием турнира самбисты возложили цветы к памятнику советским воинам, героически павшим в ходе сражений Великой Отечественной войны. После на борцовском ковре сошлись более 100 юных спортсменов. Победители получили не только призы и медали, но и право выступать уже на региональных соревнованиях. Напомню, что школа номер 26, где проходил турнир, участник федерального проекта «Самбо в школу», а также победитель проекта Александра Карелина «Спорткоманда России» в прошлом году. Помимо этого, атлеты школьного клуба «Самбо Дрозд» стали победителями престижного турнира в Москве под одноименным названием «Самбо в школу». Знание приемов самозащиты, уверены организаторы проекта, необходимы каждому.